Доброе время суток, любители свежих новостей, как в печатном, так и в телевизионном формате. С вами Анастасия Зайцева, и сегодня мы полистаем подшивку популярных петрозаводских газет. О чем говорил город всю неделю, расскажем прямо сейчас. На днях в прессе появилась информация, что муниципальное предприятие «Городской транспорт» лишилось депо номер 2 на Куковке, где происходил ремонт электротранспорта. Сегодня 65% троллейбусов уже отслужили свой срок. Без капитального ремонта они встанут. Поставят ли крест на городских троллейбусах, попытались выяснить журналисты газеты «Петрозаводск». По версии председателя правкома Надежды Булатовой, проработавшей на предприятии более четверти века, территория передана в руки другого предприятия. Там уже поставили новую охрану и вывозят дорогое оборудование. 5 апреля экс-директор городского транспорта Игорь Шарапов издал приказ о демонтаже конструкции, после чего ушел с должности. Такая мера, по мнению работников, негативно скажется на работе троллейбусов, так как там располагаются станки, которые обслуживают ремонтную службу. В старом депо это оборудование не разместить. Сотрудники уверены, некоторые чиновники и депутаты хотят отказаться в конечном итоге от использования в городе троллейбусов в пользу автобусов и даже предлагали городскому транспорту их закупать. Новый директор Вадим Сухарев, вступивший в должность 6 апреля, слова председателя опроверг. «У меня нет на руках никаких документов, подтверждающих передачу депо номер 2 в другие руки. На 12 апреля этого года все помещения находятся в хозяйственном ведении предприятия. Действительно, контактную сеть и часть оборудования мы оттуда убрали, но по другой причине. Это депо уже давно не используется, ремонт и сборка транспорта там не осуществляются. Кроме того, эта территория убыточна». Журналисты посчитали, что правда в этой истории где-то посередине. Напомним, в марте прошлого года акционерное общество «Троллейбусное управление» превратилось в городской транспорт и ушло в руки чиновников. Директором был назначен вышеупомянутый Игорь Шарапов. Сразу же после этого депутаты перешли к популистским и якобы эффективным мерам. Снизили цену на проезд с 12 до 10 рублей. Они уверяли горожан, что это позволит предприятию увеличить рентабельность за счет повышения пассажиропотока. Через несколько месяцев начались проблемы. Нагрянула трудовая инспекция, выяснилось, что условия коллективного договора не выполняются, нарушается режим рабочего дня и так далее. Потихоньку сокращалась численность ремонтных бригад. Соответствующие письма обиженные работники посылали в надзорные органы. И самое главное, продолжали расти долги. Стало быть, неэффективное управление привело к тому, что зарабатывать осталось только на сдаче в аренду площадей предприятия. Но если деньги начинают зарабатывать исключительно таким способом, то до реальной продажи земли и помещений не так уж далеко. Левашовский бульвар будет сохранен. Такое обещание дали представители городской администрации. Чиновники опровергли слухи о том, что застройщики имеют виды на территорию исторического парка. Начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города Вячеслав Чиненов заверил, что никаких действий по сносу Левашовского бульвара не предусматривается, сообщает телекомпания «Ника». Что касается близлежащих строек, которые беспокоят жителей нашего города, в том числе строительство подземного общественного центра на Еремеева, то у него в соответствии с техническим заданием ГИБДД согласовано 28 мест парковки вдоль улицы Еремеева без расширения проезжей части. То есть как машины сейчас стоят, так и будут стоять при наличии свободных мест. Нелегкой стала минувшая неделя для родителей будущих первоклашек, в особенности тех, кто хотел отправить своего малыша в престижную школу. Мамам и папам пришлось отстоять немало часов, а кому-то и дней, следя за тем, чтобы то место в списке, которое они заняли задолго до зачисления, осталось за ними. Эта история наблюдается в нашем городе не первый год, поясняет специалист управления образования администрации Петрозаводска. Родители могут выбрать любое общеобразовательное учреждение для своего ребенка, независимо от места жительства. Льгота для зачисления по закону осталась лишь для детей военнослужащих и полицейских. В результате наибольшим спросом стали пользоваться учреждения повышенного статуса, которых в нашем городе немало – 3 лицея, 5 гимназий и 8 школ с углубленным изучением предметов. Именно в этих учебных заведениях и образовались немыслимые очереди. Ситуацию усугубил тот факт, что большинство родителей уверено, что так называемая «малышкина школа» дает гарантию поступления именно в это образовательное учреждение. К сожалению, мало кто из них обращает внимание на то, что в договоре черным по белому прописано, что это не так. Пробелы в законодательстве, безусловно, влияют, но зачастую сами родители создают подобную сумятицу. Многие из них до конца не определились, куда хотят отдать своего ребенка и занимают очереди в несколько школ сразу. Зачастую любящие мамы и папы не удосуживаются заранее изучить программу той школы, в которую отдают детей. Наконец, третья причина для ребенка, пожалуй, самая болезненная. Не все дети по состоянию здоровья могут учиться по той программе, которую реализуют лицеи, гимназии и школы с углубленным изучением отдельных предметов. На сегодняшний день предлагаются три варианта решения проблемы.
Первое. Вернуть территориальное закрепление школ. Этот вопрос будет рассматриваться на одной из ближайших сессий Петросовета. Второе. Сделать все школы на начальном этапе общеобразовательными. Отделение на лицее и гимназии ввести на второй ступени обучения. И, наконец, если таким спросом сегодня пользуются учреждения повышенного статуса, почему бы не объявить в них конкурсный набор? Однако слабо представляется, какой экзамен можно провести для 6-летнего ребенка. Политсовет Карельского отделения «Единой России» решил кадровый вопрос и занялся таки проблемами образования в городе Петрозаводске. На минувшей неделе состоялось очередное заседание. Его итоги огласил вновь избранный секретарь Александр Селянин. Как стало известно газете «Петрозаводск», вопрос о судьбе школ на политсовете поднял депутат карельского парламента Андрей Мазуровский. Его озабоченность полностью поддержал и губернатор Карелии. По поводу гимназии номер 17, которую, по слухам, из учреждения с углубленным изучением иностранных языков хотели превратить в школу со спортивным уклоном, на политсовете решение принимать не пришлось. «Вопрос о ее перепрофилировании не стоит и никогда не стоял», — сказал журналистам Александр Селянин. Более подробно секретарь регионального отделения «Единой России» остановился на школе искусств. Напомним, школу из уникальной собрались превращать в обычную, сократив при этом более 30 учительских ставок. Александр Селянин поспешил успокоить общественность. Речи об урезании школьной программы, а тем более о закрытии уникального учреждения, уже не идет. Мэру города Николаю Левину и самому министру образования поручили в течение 2 недель продумать варианты по сохранению школы искусств. Другое дело – сокращение учителей. Селянин подчеркнул, массовых отставок точно не будет, но без точечных, добавил он, обойтись не удастся. Приемные родители написали письмо главе республики и спикеру карельского парламента. Они считают, что государство про них забыло. Детское пособие и без того на грани нищеты не увеличивалось уже 2 года, да и выплачивают его не вовремя. Пока власти придумывают, что ответить авторам обращения, газета ТВР «Панорама» задалась целью выяснить, каково это – быть приемным родителем. Может показаться, что стать приемным родителем нет ничего проще, но это не так. И дело даже не в том, что закон определен ряд требований к потенциальным приемным родителям. Они должны пройти спецподготовку. Куда сложнее процесс адаптации. Маленький и большой человек должны привыкнуть друг к другу, научиться друг друга понимать. Прежде чем они начнут чувствовать себя членами одной семьи, могут пройти долгие месяцы, рассказывает пенсионерка Галина Федоровна, у которой на попечении 2 девочки. По закону приемной семье полагаются ежемесячные детские выплаты. В нашей республике размер выплаты установлен в размере 6319 рублей без учета северных на каждого ребенка ежемесячно. Оплачивается и труд приемных родителей – около 3000, плюс районный коэффициент и процентная надбавка. 25% прибавляют за воспитание ребенка-инвалида. И хотя чиновники считают, что приемная семья – самая выгодная в материальном плане форма устройства ребенка, у самих родителей, как правило, не получается держаться в рамках выделенных на детей средств. «На девчонок я трачу в месяц больше 10 тысяч рублей на каждую, никогда меньше не выходит», — говорит Галина Сальникова. «Видимо, слабая разъяснительная работа со стороны органов местного самоуправления идет», — предположила начальник отдела. По ее словам, неверно говорить о том, что размер выплаты не увеличился уже 2 года. В 2009 году выплата выросла сразу на 13,5% с учетом 2010-го, и семьям об этом говорили. Увеличение размера вознаграждения в этом году приемным родителям предусмотрено. С 1 июня, правда, всего на 6,5%. Оно составит 3134 рубля. А теперь о достижениях спортивных. Его уже давно называют «властелином колец». Корейский спортсмен Александр Баландин стал серебряным призером чемпионата Европы. До титула чемпиона Европы по спортивной гимнастике студенту факультета физической культуры педагогической академии Александру Баландину не хватило каких-то тысячных баллов. Мастерски выполняя программу в упражнениях на кольцах, Баландин чуть дрогнул на последних секундах, уступив другому российскому спортсмену Константину Плужникову. За сложность спортсмены получили одинаковый балл, но Плужников на 75 тысячных оказался впереди в исполнении программы. В результате он первый, Баландин второй. «На кольцах все всегда в твоих руках, поэтому какого-то мандража у меня нет. Единственное огорчение для меня – не встал в доскок. Подвел он меня, надо было вставать. А так в целом всю комбинацию сделал, на мой взгляд, даже отлично. Не каждый день такую комбинацию делаю», – цитирует слова Александра Баландина на сайт чемпионат.ру. Чемпионат Европы по спортивной гимнастике проходил в Берлине. В состязаниях приняли участие 280 спортсменов из почти 40 стран. Российская сборная по итогам соревнований заняла 1-е место в общекомандном зачете. И на этой позитивной ноте я с вами прощаюсь, а все, о чем мы говорили сегодня, можно найти на нашем сайте nikodefismedia.ru, а также на сайтах газет «Петрозаводск» и ТВР «Панорама». В студии для вас работала Анастасия Зайцева, и до встречи ровно через неделю.